очень интересно, и интересно давно, причем можно сказать, что с детства, потому что с детства у меня были какие-то, ну, или воспоминания, или фантазии о прошлых жизнях, но на самом деле не так важно называть это воспоминаниями или фантазиями, важно то, что для человека это часть его внутренней реальности, и в психологии, и в психотерапии есть такой подход, регрессивная психотерапия, это работа с прошлыми жизнями. Ну, еще раз, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, мы не знаем. То есть про реинкарнацию никто стопроцентно точно сказать не может. Но самое главное, что это часть внутренней реальности клиента. Может, это воспоминания о том, что в жизнях они есть. Может, их нет. Это просто метафора, символика, и мы с этим работаем. Вот, и эта тема мне была давно интересна, и я все искала учителя. Но, как говорят, учитель появляется только тогда, когда ученик готов, и, может быть, я долго не была к этому готова, потому что учителя искала долго, и я услышала про Марию, про то, что Мария работает с прошлыми жизнями, и я, как очень осторожный человек, я сперва изучила сайт Марии, изучила ее страничку в соцсетях, пошла на конференцию, на которой Мария выступала, и когда я Марию Манок увидела, вот ее выступление, поняла, что это человек, это специалист, которому я доверяю, я могу довериться, я могу пойти учиться, и Мария мой учитель, учитель, я считаю, не только в плане знаний, вот по работе с регрессиями в прошлых жизнях, я прошла у Марии цикл обучения, но Мария еще учитель на более глубоком уровне, потому что Мария для меня образец очень духовного, светлого, сердечного, принимающего человека, при этом с замечательными границами, если надо, там и группу построить, и границы простроит, и при этом по-настоящему умеет принимать. В психологии, в психотерапии, конечно, очень много говорится про любовь, про принятие, но, к сожалению, нередко видела, что это просто слова, но из серии, когда человек говорит вот, ну, такие вот красивые вещи, а ведет себя совершенно по-другому, к сожалению. Вот, а Мария – это тот человек, у которого слова и то, как человек живет, то, что несет не только на трибуне, так сказать, да, но и в реальности, в обычной жизни, это совпадает. Вот, ну, такая аутентичность, да, она очень важна и очень ценна. И я очень рада, что Мария согласилась провести медитацию любящего сердца. Это то, чем мы будем закрывать наш марафон добра, который длился аж 10 часов утра. Я успела родиться за это время, у меня дневное время рождения. Вот, и сейчас мы уже подходим к вечеру. В этой, в любви, в контакте со своим сердцем, да, с миром через сердце, Мария, мне кажется, это просто оптимальный проводник, и вот лучшего проводника сегодня быть не могло. Спасибо вам большое, Мария. Вот, извините, что много слов, но Ира, прямо вот спасибо. хотелось сказать. Спасибо большое Я вот за вижу вас. такое теплое представление. Спасибо большое. Рада всех приветствовать на таком радостном мероприятии. Хочу в первую очередь, Ирина, поздравить вас с днем рождения и пожелать вам много счастья, добра, нежности, любви. И вообще очень восхищаюсь вами, потому что, ну, во-первых, вы скрашиваете наши карантинные будни. Сегодня такое замечательное мероприятие в честь вашего дня рождения. Потом я наблюдаю за вами, сколько вы вообще разных мероприятий проводите, разноплановых, и онлайн, и очно, и книги пишете, и с людьми встречаетесь, и каждого так тепло представляете. Я желаю, чтобы вот это какое-то ваше такое жизнерадостное, качество жизнерадостности оставалось с вами, чтобы вот это вдохновение у вас всегда такое было, жила, и чтобы вы еще много прекрасных мероприятий провели, и мы бы на них присутствовали. Сейчас я... Спасибо, немножко волнуюсь. Да, Ира меня пригласила провести медитацию любящего сердца. Прямо пару слов об этом скажу, прежде чем мы начнем. Я надеюсь, что вы все поучаствуете, потому что там есть такой момент, мне кажется, можно его сделать прямо для Иры. Я думаю, что вы все присоединитесь к этому. И хочу вначале сказать, не знаю, удавалось вам ли быть в таких практиках или нет. Возможно, да, практика открытого сердца вам знакома. Какое-то чувство любви вам знакомо в сердце. И мне хочется пару слов сказать о том, что на самом деле проводились научные исследования в Институте математики сердца.
по вот таким состояниям, когда человек может чувствовать любовь в своем сердце и даже вызывать ее, или быть постоянно в этом, но это не всегда у всех все получается. И вот когда человек умеет входить в состояние любви, его сердце начинает испускать такие гармоничные волны вокруг себя, его поле расширяется вокруг него. Когда он находится в таком состоянии любви, сердце воздействует на мозг. На самом деле исследования показывают, что не мозг воздействует на сердце, а сердце воздействует на мозг, и электромагнитное поле сердца гораздо больше электромагнитного поля мозга. И когда сердце находится в таком состоянии любви, в гармоничном состоянии, мозг тоже переходит в такой гармоничный режим, и в этом состоянии мы способны принимать более правильные, более мудрые решения, находить какие-то выходы из тупиковых ситуаций. Мозг в этом состоянии работает гораздо лучше. И кроме того, когда вы находитесь в таком состоянии, люди, которые находятся рядом с вами, если они в каком-то нервном состоянии, они успокаиваются и тоже приходят в себя. И также проводились исследования в отношении того, что когда такого человека помещали в зону военных действий, кто натренирован на такое состояние и кто может находиться в состоянии любви, пока такой человек медитировал в зоне военных действий, на вот это состояние любви, военные действия прекращались на этот момент. Вот. Поэтому вас приглашаю сейчас присоединиться к этой медитации. В ней нет ничего сложного, просто следуйте за голосом. Но обычно я ее провожу под музыку, чтобы немножко такого эмоционального создать настроение. Но здесь в Zoom не очень удобно проводить с музыкой это, поэтому будем делать ее в тишине. И я вас попрошу сесть удобно, и мы сейчас чуть-чуть расслабимся. Закрыть глаза, чтобы вы могли отрешиться от внешнего мира, от каких-то, да, отпустите все свои мысли, я тоже пока прикрою глаза, отпустите все свои мысли, тревоги, суету дня и все, что вы увидели, услышали за сегодняшний день, вы потом вернетесь к этому, а сейчас просто почувствуйте себя. И закрыв глаза, просто почувствуйте, удобно ли вы расположились. Почувствуйте пространство вокруг себя, почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте, как расположены ваши ноги. Почувствуйте, как расположены ваши бедра. Почувствуйте, как расположено ваше туловище в пространстве. Как расположены ваши плечи, руки. Почувствуйте, как расположена ваша шея. Как расположена голова. Почувствуйте свое дыхание. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы начинаете погружаться вглубь себя, в свое место покоя, в свое место тишины. То место внутри себя, где вы можете быть такими, какие вы есть. То место внутри себя, где вы никому ничего не должны, где вам не нужно быть каким-то, какой-то. Вы можете чувствовать свою истинную энергию, свою силу, свою мудрость, свою любовь, свою божественность. А с каждым выдохом ваше тело расслабляется. С каждым выдохом напряжение уходит из него. С каждым выдохом оно становится, может быть, легче, а может быть, тяжелее у всех по-разному. Хорошо. И я попрошу вас медленно-медленно перевести свое сознание в сердце. Так, как у вас получается. И просто сначала почувствуйте свое сердце и как ему у вас в груди, легко ли, свободно, или что-то мешает, что-то давит на него. И поместите в него то, что наполняет вас любовью. Может быть, это ваш любимый человек, ваши дети, ваши
родители? Может быть, любимое домашнее животное? А может быть, это солнечный свет, теплый ветер, какое-то место на природе, где вы любите бывать. Может быть, звездное небо. Может быть, огонь костра, свечи. Может быть, цветущая ветка сирени или вишни. Может быть, музыка, которую вы любите слушать, или песня, которую вы любите петь. Дело, которым вы любите заниматься. Книга, которую вы любите читать. А может быть, это вы сами. Или вы сами маленький, маленькая. Может быть, высшие силы, к которым вы обычно обращаетесь. А может быть, даже что-то совсем простое, просто что-то вкусненькое, что вы любите покушать, или что-то приятное на ощупь, что вам нравится держать в руках, или что-то еще. И почувствуйте, как эта любовь начинает наполнять ваше сердце и выходит за пределы сердца и наполняет ваше тело. И выходит за пределы тела и наполняет пространство вашей комнаты, вашей квартиры, вашего дома. И, расширяясь дальше, охватывает ваш город и всю страну. И весь материк. И всю нашу землю. И всю Вселенную. И Вселенную Вселенных. И в какой-то момент выходит за пределы звезд. Затем мы начинаем потихонечку возвращаться обратно на уровень Вселенной Вселенных. На уровень Вселенной, на уровень Земли. И давайте на уровне Земли просто представим, что мы стоим, взявшись за руки, образуя круг. И можно просто представить, почувствовать, ощутить, сфантазировать это. И давайте в центр нашего круга поместим Ирину. И пошлем ей энергию любви. И тоже можно просто представить, почувствовать, ощутить, сфантазировать это. День ее рождения мы шлем ей энергию любви. Для легкости, радости, вдохновения. Для полноты жизни. Для ощущения тепла, заботы, внимания, любви. Уважения, достоинства, красоты. И что-то еще, что приходит вам в этот момент от вашего сердца.
Давайте сейчас также в центр этого круга поместим всех нас, участников этой медитации. И тоже можно представить, почувствовать, ощутить, фантазировать, что мы там вместе с Ириной. И мы те, которые образуем круг, посылаем любовь нам тем, которые стоят в центре круга. И в какой-то момент почувствуйте себя посылающим, посылающей энергией любви нам всем в центр круга. А в какой-то момент почувствуйте себя в центре круга, принимающей, принимающим энергии любви. От нас, от всех. И если вы готовы немножко расширить границы этой медитации, то давайте мы поместим еще в центр круга всю нашу Землю и всех людей на планете Земля. Мы все с вами оказались в такое интересное и непростое время здесь, на планете Земля. И затем в какой-то момент мы те, которые находимся в центре круга, покидаем его, возвращаемся в себя тех, которые образуют круг, и мы благодарим друг друга и начинаем потихонечку возвращаться на уровень материка. Тихо, спокойно и плавно возвращаемся на уровень страны. На уровень города. И в свой дом, в свою квартиру, в свою комнату, в свое тело. И когда будете готовы, позвольте вашему телу сделать глубокий вдох, выдох. Почувствуйте пальцы рук, ног, пошевелите ими. Подтянитесь и в какой-то момент потихонечку открывайте глаза. И как-то было бы хорошо, если бы вы как-то дали знать, что вы вернулись, или в чате поставили плюсики, или включились, сказали, что вы вернулись. И как вы себя чувствуете? Угу. Спасибо. Здесь, наверное, мы трансляцию на Фейсбуке выключим, потому что сейчас уже лично.